1000 тонн грузоподъемность. 1000 тонн. То есть это либо сыпучие грузы, либо техника. А учитывая, что первоначальное и основное требование – это перевоз техники, значит, учтены требования – это по толщине настила палубного и набора. Пришлось и беседовать с рабочими, найти понимание, что вот в эти сроки, работая по закону, мы не укладываемся. Поэтому вот рабочие, понимая это, они добровольно идут на то, что и работать не по 8, а по 12 часов, и выходные дни выходить. А сейчас вот планируется, с учетом того, что надо сдать 20-го, значит, будет организована двухсменная работа.